Дню благодарности посвятили праздничную программу и работники культуры во Дворце культуры молодежи. В первый день весны перед уральцами выступили местные творческие коллективы. Коллективы Дворца культуры молодежи, творческие группы городского отдела культуры, хор музыкального колледжа имени Курмангазы, эти и другие артисты Уральска собрались, чтобы вместе поздравить жителей города с наступлением весны. Первое марта для жителей страны особенный, важный день. В нем сосредоточена работа практически на весь год. Всех вас поздравляю с сегодняшним важным праздником, Днем Благодарности, который был учрежден нашим первым президентом Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым в 2016 году. Сегодня у нас первый день весны, сегодня День Благодарности, сегодня последний день Масленицы, не только для можно сказать, работников культуры, но для всего населения, потому что мы сегодня отмечаем 25-летие Ассамблеи народа Казахстана. В этот день был тщательно продуман и репертуар праздничной программы. Мы в программу специально подобрали такие песни, олицетворяющие дружбу нашей Родины, нашего Казахстана. Поэтому здесь не только, значит, казахские, но и русские, украинские песни. Этот концерт для работников сферы и своего рода открытие сезона. Ведь впереди масса творческих встреч и мероприятий. Алмагуль Джампейсова, Дастан Бижанов, Дастан Уразбаев, телеканал Ак-Жайык.